Уже этой зимой на улицы города может выйти новая спецтехника. В Самарской области разворачивают производство таких машин. Проект губернатору Николаю Меркушкину представляет швейцарская фирма. Собирать технику будут в индустриальном парке «АвтоВАЗа». Тольяттинский завод предоставляет иностранцам площадь и персонал. И, по сути, будет являться заказчиком. Нашу технику можно использовать не только зимой, но и летом. Система уборки должна быть изменена. Естественно, зимы суровые, и все больше и больше машин на дорогах. Поэтому нужно не только поднять технику, но и всю систему. Мы готовы приложить все усилия, чтобы создать эту систему. Новое производство даст дополнительные рабочие места, но главное – привлечет иностранные инвестиции в область. Много будет заказов в АвтоВАЗе, не только просто предприятие занятости, а плюс дополнительная нагрузка других площадей. Это будет иметь дополнительный эффект. Нам надо быстро продвигаться. Мы готовы будем смотреть бюджет, формировать бюджет соответствующим образом. И город, потому что от этого во многом будет зависеть, каким будет город, какое настроение будет людей. Новая система уборки улиц дает существенную выгоду за счет нескольких факторов. Реагенты можно производить самим, не покупая их на стороне. А специальные машины дозированно распыляют их на дорогах. Диспетчеры используют планшеты, подключенные к системе ГЛОНАСС, и видят, где и как ездят машины. Кроме того, сами дороги оборудуют датчиками, которые в зависимости от метеоусловий будут рекомендовать смесь реагентов. Оборудование очень высокотехнологичное, и нам, конечно, нужно использовать мощность учебного центра для того, чтобы водителей дообучить использовать это оборудование, потому что заложено электронное управление, айпэды, о чем говорили коллеги. Это тоже очень важный аспект, чтобы оборудование не приходило в негодность в процессе эксплуатации. Персонал должен быть подучен, именно наш персонал. Ставится вопрос, что завод будет обеспечивать техникой не только Самарскую область, но и другие регионы России и зарубеж. Марина Матвеевна, Артем Сулайманов, «События».